На севере, юге и востоке Греции бушуют масштабные лесные пожары, в результате которых сотни людей были эвакуированы. Греция в понедельник 25 июля борется с тремя крупными лесными пожарами по всей стране, в результате которых сотни людей были вынуждены эвакуироваться. На дорожных камерах видеонаблюдения был замечен поджигатель, который попал в объектив в момент поджога травы у обочины дороги. Пожары возникли на севере, востоке и юге Греции, в том числе на острове Лесбос, где из туристического села Ватара эвакуировали сотни туристов. В результате пожара в селе повреждены по меньшей мере 4 жилых дома, а также магазины, гостиницы и пляжные бары. В воскресенье утром десятки пожарных пытались обуздать огонь, задействовав для сброса воды 4 самолета и 2 вертолета. В национальном парке Дадия, известном своей колонией черных грифов, в северо-восточном регионе Эврос, 5-й день подряд лесной пожар. Огонь уже уничтожил почти 500 гектаров леса, обуздать его пытаются 300 пожарных. На Пелопоннесе на юге страны вспыхнувший в субботу утром пожар привел к эвакуации села Хрисакелярия. Лесной пожар в горах близ Афин в среду также повредил дома, заставив сотни людей эвакуироваться. В стране в понедельник будет царить сильная жара, ожидается, что она будет держаться около 8 дней. В некоторых регионах температура воздуха поднялась до 42 градусов по Цельсию. Как сообщалось, в этом году пожары в некоторых регионах Франции, Испании и Португалии уже сожгли больше территории, чем было уничтожено пламенем за весь прошлый 2021 год. В общей сложности пожары охватили почти 518 тысяч гектаров.